Тема выставки «Десногорск 70-х-80-х годов» выбрана не случайно. Экспозицию автор посвятил юбилею города, ведь 14 сентября Десногорск отпразднует свое 45-летие. Несмотря на молодой возраст, город имеет свою уникальную судьбу и историю. Здесь живут замечательные люди, ветераны и первостроители. Каждый из них внес неоценимый вклад в его развитие. А вот здесь сейчас мой дом стоит, как будто в детство вернулся. Эх, было время! Такими высказываниями сопровождали посетители фотовыставку. Очень выставка хорошая. Нахлынули воспоминания молодости. Нам тогда было, мы только-только закончили учебу. Было мало лет, дети маленькие. Так что вот, а сейчас вот вся, в общем, жизнь прошла почти 40 лет, мы здесь живем. Я увидела много домов. Я не видела, я еще весь город не прошла. Я увидела только на фотографиях. Мне он, если честно, очень сильно нравится. Я увидела, как все раньше выглядели магазины, дома. Но вот только единственное, что я не нашла, это храмы. Сейчас эта хроника на вес золота. Фотографируя и бережно складывая пленки в архив, автору удалось собрать бесценный материал. Он задокументировал процесс роста и становления Десногорска, а также атомной станции на Смоленской земле. На снимках запечатлены будни и праздники, важные события и эпизоды, случайно попавшие в кадр. Взрослые посетители экспозиции отметили ее особую значимость для подрастающего поколения. Как только начнется учебный год, я постараюсь помочь отделу образования организовать активные экскурсии. Не только школьников, но и детей дошкольного образования. Это нужно знать молодому поколению, как рос наш город, как создавался город. Дети должны знать, в каком городе они растут. Трудно сказать, сколько следов минувших лет накопилось в личном фонде автора. Выставочный зал вместил лишь малую часть. Несколько десятков любительских снимков, с которых смотрит история. Посетить выставку и отправиться в прошлое можно будет до 16 октября. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.